Что за причина? Лагаешь? Прям вообще пиздец. Три Кирс, карты. я тебе в Дискорд отписал, проверь. Все, я ушел. Я сейчас камушек сделаю и вернусь. Не знаю, блэккиллер. Ну, пока потерпи. Там посмотрим. Ближе к Калару. Недостаточно. Так, замена. Кто хочет в рейд? Я могу место уступить. Это топ-хил. Пока что. Ну, пока сиди. Сейчас посмотрим. Ебали, говорю же, он типа замены сидит, что еще на один рейд хватит. Дайте людям размять пальцы. Будь бы там присты. Одобряю, да, кто хочет размять пальцы? На ногах? Да, хоть, не знаю, у тебя может быть на ногах. Конечно. Вот у Кирса точно на ногах и положено. Я же в четыре лапы хилю. Ена одной мышкой хилю. Чем? Да я не удивлен почему-то. Я вообще подмигиваю и хилю. Сейчас я приловчусь, пробил. Пятой лапой нажимать, приловчусь. У меня вообще лапки, ну и, блядь, сижу, кнопку нажимаю. Скажи, у меня вообще такая лапа, что я нажимаю сразу 5 кнопок. Что, Пью, в танка спекаться сейчас на трэше? Да, или... да, будет там. Мозер, а чё они там это... Чё у тебя там вышло-то? Не такая уж критичная проблема, по-моему. Можно написать там через месяц. Секов-то там особо таких нет. Ты же ничего там такого жесткого не сделал. Короче, это... Шторм, ты тут? Да, да, да. Чё, заходишь? Да, да, сейчас захожу. Камушек как-то сделал, что... Уже плохо дышать. Коват что-то не сумонится. Я тут сейчас. Сумон пришел. Я не принимаю пока сейчас прямо.
Это пуха все для ОКХМ. Все, я тут. Сейчас у всех фрезануло надолго. Нет. Чуть секунды на две зависло все. Там быстро-быстро все. Ну, что-то пинг прыгает. 500, 300, 200. Скачет. Кредит хорош. А вы уже трэш бьете, да? Ну да, потихоньку. Ну тогда я лечу. На минуту отойду. А Вага уже ушел? Да. Алекс, сейчас погоди. Ресты, теперь у меня фласка висит. Аукционатор не отключил, просто не могу рейд открыть. Ну что, только отошел, вы все умираете уже. Да, они друг друга убивают просто. Хера себе сапожки. Алекс, как тебе мой макрос нарез? Тут только самолете, пожалуйста. Я еще в полете. Это невозможно, мы трэш бьем.
Понял, понял. Просто чек проводят, думал, уже на будет. Чек проводят, кто флакает и трэш не делает. Мир, почему не вижу тебя в аккаунте? Может, потому что я в киле? Чё за дебильная проблема? Чё за дебильная проблема? Это не оправдание, да? Мог бы что-нибудь травил выкинуть какой-нибудь. Я тоже могу хила спекнуться, блядь. Потом, если что сказать, я фига. Так, сначала договоришься, ведь спекну хила. Вот, где ты их нашел? Мы босс уже пройдем. В хэмку сбегал, поди привел. Резист, а чё ты не резистишь? Кап не собрал. Ладно, я помолчу. Это вообще не оправдание. Амир, как говорится, молчание золото, да? Сову в жертву принесли, можно теперь ульт выбирать. Да я оправдание нашел, типа у меня фласт висит, поэтому не буду с тела покидать. Это 300 IQ, между прочим. Ага. Берите на замет. Надо на роботе сову в жертву принести, чтоб новые запы упали. У нас их две шансов больше. С кого там пистон падает? Тоже с робота. Не выжил. Вот, короче, сова первая пулит, умирает, ее на нее СС вешают, убиваем, падает пистон. Ну это тогда же жену и он. Ничего личного.
Так, ну чё? Блэккиллер внизу. Так. Давайте, на Кавати шторм. На... Сколько нас там? Трое? Наверху или двое? Два. Ну ладно, давай, я напью, шторм на Кавати, хило, все остальные тут. Пью внизу ловит? Ты наверху ловил в прошлый раз? Нет, я всегда внизу был. Ладно, давай ты внизу, блэккиллер вверху. Я на блэккиллере, шторм на Кавати. Потом на второй фазе задача пил. Кто-то у нас просто ловил фениксов, забирал, которые их не... На второй фазе ты и блэккиллер трэш мелкий собирали. Один там держал его у стены, а другой под боссом ловил. Здесь как? Ну, ты у стены, блэккиллеру, наверное, проще забирать. А, ну или так. Да как хотите, короче, мне тут без разницы. РЧ выйдет сегодня погулять. Все, танки пулять. Казон скинь. А, дайте сальву, пожалуйста, нужно, наверное, найдем. Блэк лови. Да, Лоровский.
А, я думаю, что за хрень? Че, а нету неистовства? Ага. Понимаю. Найс. Это что, первый уголь? Второй. Ну, почти заканчивал без неистов. Поймайте. Шмаратосина поднимаю. Шмаратосина на Эликс. Шмаратосина Джокера. Он Эликс. Ребалку по пристану. Порешал Рестни, Вара, Монорота, ты Джокером. Все по Варам и по Магам Черепа. Бейте уже. Комплекс. Бейте, но не добивайте. Стопайте. Добивайте. Блять, так откинуло. Чужопок. ПРЛ пока. Не добивайте. Не надо же, наверное, добивайте вот тех. Пиздец.
Ты подводи к Блэку, пускай он там танчит. Не надо держать их здесь. Тотем есть там манна, нет? Да, давай, поставил. Такая. Уже топайте по углю. Не надо же, наверное, у тебя последний бы мало еще бы умрут. По ним отдашь. Добивайте двух. Подбивайте. Все, уголь подбейте, потом слейте его и в босс, потому что не добивайте там один уголь, мало кто второго бейте. Уголек слейте. Шапулот, урак. А что, оттаживаете, верно? Да, он на себя уже каким-то завесил лут. Шумите, что хотите, он все равно в боссе останется. Так, а где это показывается-то? Что-то я не вижу. Рот тогда просто весь. Ну, ты хоть в этот... Короче, моим слушателям... Блэк. А, нашел. Разобрался. И хотя Вадон не отображает, говорю, ну, роль просто по обычному и все. Только через слэшор пиши. Шаброва видит. Танки, ну, не стоит спалиться. Что, лут ушел? Да он богоюзит что-то, 100%. Мир, хватит богоюзить. Разводи. Не знаю, что там делать. Все, подожди, короче. Не знаю, мне надо разбираться в Адоне. Он богоюзит. Я его, короче, без Адона разрабил. Ну и говорю, не отражается роль без Адона. Типа и пофигу, только в слэшор пиши. Все. Thank you.
Я так понимаю, книжку мы проебали. Ее кто-то пыльник нажал. Так ты же лут на себя повесил, ты мог забрать весь лут. Да, и блин, там из-за дрона я его забрать не могу, понимаешь? Типа я поменял, но забрать его не могу. Мог. Не, он, видимо, нажал «да», да, когда ЕПГП вышел. А надо было нет нажимать. Я понял уже. Ну Кирсу пятихаточку киньте нормально. Тупо без триня, да? Угу. Без триня, на который... Кому она нужна? Только слышу орёва, типа, уберите книжку нахуй, она здесь не нужна, так что ебанули. Не буду говорить, кто это, но... Типа, какая нахуй книжка на лече, я заебалась это заражение. Да хорош, мы уже поняли. Надо эту книжку, кстати, попросить переделать, может быть, типа, в хасту МП5. Типа хаст она дает, а бонус, чтобы она не хил кидала, а МП5 давала. Да это... не, просто там абсорб нужен, ну, более сбалансированный. Или абсорб, чтобы не был вот этот абсорб, да. Чтобы его убрать. А ты это, танчи, а я каст ему собью. Чё, давай. Похуй. Я понимаешь, там смысл в том, что если куча корней в рейде, то всех на ком щит накладывает этот макор, она и не должна этот обзор вешать. Если она не так работает, то значит она кривая просто. Ну типа, блядь, там как-то этот хил должен идти, например, по самой потешей цели хотя бы. Чтобы этот хил не уходил в NPU. Короче, нужно, чтобы вот этот абсорб, который там вешается после того, как ты имеешь, его убрали, и все. Или другой бонус, я говорю, или МП5. Если ты убираешь было... этот абсорб, блядь, это... Вот, это счеты будут. По факту. Но только вручную, да, счеты вручную, да, ты будешь хилить, так же вручную. Неплохо. Это мгновенная хилка, но у нас 1000 по цели, чего мне нравится? На 60 хилить. Она дает абсорб, если она не попадает в корень, понимаешь? То есть ты эти 60 тысяч воруешь у других его. И кидаешь, и тебе эти 60 тысяч потом нужно еще выкидывать, чтобы... Да, я знаю, как она работает. Ну ладно. Одна цепуха, по сути. Ну типа, если ты в ту же цель попадаешь. Поэтому она особо не тянет. Знаешь, что эту книжку профильно... Чё с лутом-то? Рачем мне? Ты объяснишь или нет? Как проще делать? Нет лута. Ты весь лут проебал. Он разролился по гриду. Значит, кто-то распылил эту хуйню, да? Кто получил осколки, тем ГП. Да это рак, это Амир. От распыления. А что мешало просто отказаться? Мозг. Пиздец, конечно. Какая привычка, блин? Зачем шмот пылить? Потом поставки эти, наложение чар сдать можно. А, понятно. Я понял. Не, мозг, смотри, на самом деле как это работает? А, вот самый последний всего. За робота ты кидаешь эту книжку и самые просевшие цели прохиливаются. Все время, пока нет тяжелого удара, по рейду ты до урона нет. И типа в этом плане книжка она нормально работает. Просто ты дохиливаешь то, когда не приходит урон. Вообще. Ну, она ситуативная слишком. Это слишком мало. Нет, на роботе в ХМ ее вообще применять нельзя. Если ее не ворфали. Это в обычке, но в обычке там ДЦ 30к с лишним дает, там смысл от нее тоже никакой. Я же говорю, надо, чтобы ее реворкали или убирали этот абсорб драный.
Или какой-то другой бонус. Может быть, это для рейдов, где ДЦ нету, блядь. Не-не-не. Наверное. Ты не понимаешь, там абсорб идет в ущерб, а не в бонус. Типа. То есть оно не абсорбит урон. Там абсорб хила входящего идет. Вот, да, спасибо. Понятно. Это в ущерб рейду. Так обосы на трине, и правильно, что ее распылили, дальнего танчу. Но опять-таки, она хороша, если войдет в корень, а если корень не войдет, то... А в чей корень? Тут корней у каждого хила куча. Ну, вот в этом и фишка, что может, да не важно в стену, в любой. Там не указано, что именно в корень должно быть. Правильно сделали, что ее дизнули, короче. А вот у меня нахуй летали, не было трени. Ты читал Тихий Дон? Как там это? 45-й. Да там и тулуп-то был хреновый, поросенок дохлый, так и это, и трини это было никакая. Ну хули пала топовый с интеллектом, да, вроде? Ага. Нет. Ну, кто как пили. Нет, то что у силки у хули пала, можно подумать о хосте, дабы хули лайт все-таки довести до секунды имя. Это да. Тогда уж лучше не книжку, а какую-нибудь там чехугер брать. Все равно хосты больше. Чешку я бью. Брюли в хосту и все. Не совращайте меня, сука, я хулипала хочу. Почему у меня паладина нет? Хулипалом играть нужен хороший пинг. Это там одна кнопка, что там играть. Нет, у меня стабильный пинг, никогда чтобы меня не бьют. Чтобы танки не падали. Не, вот он. Он идет к тому, если ты хочешь как бы пиздить, накручивать ППС, у тебя должен быть хороший пинг. Вот почему. А-а-а. Ага. А если он всегда стабильный? А как я вон в холике хожу, тыкаю куда попало, а по КД там юзаю пару в этих и все. И все нормально, у меня стабильно 4-5 место. Нардру хочешь обузить себе циферки на роботе, будь добыт подоставить. Я не хочу циферки, я хочу, чтобы, сука, рейд не падал. Ну тогда она не нужна тут вообще. Ну вот. Разбьешь шама, делаешь 4-5, поставишь. Это на тебе робот. Не шаман, где ты кнопочку нажал, вот ты еще покажешь. Я на самом деле ее сложно контролировать, для чего маны не хватает. Представляешь, если у тебя ГКД 1 секунда, вот я сейчас подвис на полсекунды, сейчас там на 0,3 секунды подвисает у меня. Вот, а ты хилишь танка нон-стопом, держишь один его просто-напросто. И все, и у тебя танк просто рухнет, у тебя два раза вот так лаганет по 0,3 секунды и... Так, Казон что-то писал, не? В рычате, где может быть? Не, бывает такое, он вылетел, наверное, просто. Сантехи с Аями, кто хочет зайти? Так, мне Казум говорил, что ему уйти надо. Сказал Вадик, писал. И Джокер писал, что ему отойти надо будет. Ну, значит, Техи с Аями и Сантехи. Так, замены, кто в это... Кто тут? Отзовитесь. Вот так вот берешь, чекаешь, короче. Ну, Сантея и Хисаями. Они просто там почти все офнутые, поэтому я и спрашиваю. Все, они подтвердили, а Джокер не подтвердил. Все, самой. Кириалокс, у тебя же есть демон спец, да? На роботе. Ну, Black скала там, наверное. Да упадет пистон. Танчика вот. У тебя Лойда пистона нет? У меня есть. Ну и зачем? Он сейчас кому в рейде нужен? Монороту.
Кто танчит робота Хэм, тому и отдать. Ну, народ, я думаю, в первую очередь. Там на мишке критично. Лут поменяй, зачем? Чем? Ты опять приебешь сейчас и пистон, и пистон, и... И наручи. Один, кто хочет на замену. Что это там? Бай? Да. А кто хочет? Кто? Вон Хисе. Ну давай. На этого куса. Тяну кусок. Да, давайте уже, да, что-нибудь. Че там смонят? Тык. Тык. Ну, сука. За целью сохранена другая копия этого рейдового подземелья. Нахуй. Не ОКД. На, понял. Обратно хизаем сегодня. Я хизаем. Ну что, отдохнул? Просто челик отдохнул. Такой выдыхает, да, такой. Нага маг. Чё, чек? Уже давно надо чек погнать. Все готовы. Ты космикнулся здесь. Может в ДД спикаться. Может остаться в танках. Да сакру. Кого дальше, группа значит лучше, тот пусть и танчит. Ну вот там две метки есть. Кто соло затанчит? Кого затанчит? Ну, насчет соло хуй не знаю. Я не могу, Моза. Давайте, кого ты, Блэк? Че, а че там надо дать, да? Чем? Арнольд, станешь на ренже? Блять. Ну на рейндж, Арнольд, выйди на рейндж. Встаньте на рейндж кто-то, вы чё? Оу, привет, пацаны. Ебать, вы, ну вы даёте нахуй. Ну чё за хуйня, ну ханты же на рейндже всегда, чё за хуйня? Человек слушает музыку, а не дискорд, вот и всё. Надо тактику, наверное, рассказать людям. А кто вайпанул? Воет, метки, поставь метки. И КП излечит его. Тупо просил стоит рап умели стрелять. Да он вайпнул. Зачем вы убегаете, ребят? Зачем ты его попросил? А чё, типа, если одно тело на ренже, его не хватает одного тела? Я понял, я монорота не понял. Он ачиву хотел сделать. Какой нахуй ачиву? Умереть с первого удара? Какая ещё ачива? Нет, вот, шамы это не вариант, кстати. Я, понимаешь, я таргет на хилю, мне кастить надо, я так не смогу хилить. Я перед пулом попросил, типа, Арнольд, стань на рейндж. Не знаю, услышал ты меня или не услышал. Кот, если хочешь, можешь сам постоять, просто не понимаешь. Как говорил мой знакомый, вы что, сделайте РЧ вообще на присутствие в дискорде. Пусть нажмут все нет. Так, сейчас все жмут нет, кто в дискорде? Да. Короче, Амир, дай сосиски. Ну вот сядь не в дискорде, Гевка не в дискорде, Моса, Кирс, Дилорус, Кириллох, Слай, Перхекс. Арнольд, станешь крестик, а стоит рап, станешь трус. Стойте, вдвоем на рейндже.
просто человеку сказали, сделай то-то, он молчит. Вдвоем стоит. Ни голосом, ни в чате, ни тишина просто полная. На баф, на пул. Чё сейчас жать? Чего жать? Уже на пул. Жми пробил. Еще раз, получается, стейт-трап станешь труп трусы, а армия станешь кейсом. То есть твоем оружие. Решал, готов. Арнольд как-то отреагировал, нет, на твои слова? Кават готов? Ну давай, я ж подтвердил. Всё, пуляй. Вы издеваетесь? Арнольд, а вы что делаете? Отведи босса назад, оттяни. Пускай ханты тактику получат. Там дело не в тактике, он даже в дискорде его нет. Вы ему под дискорд. Я говорю, сделайте, блин... Геро! Он в дискорде, я только что смотрел. Да то, что он в дискорде, это Арнольд повод Борис. Того, что он слышит, он никак не реагирует ни голосом, ни в чате, ни плюс, ни минус, ничего человек не жмет. Есть царево под ворот? Да, сейчас дам. Thank you.
Сальва откатилась, кому давать? Жена, наверное, порешала. Давай, Делорус. Порешал Войда. Чем здесь тут? Лучше ману дай. Просто на тебе на майн. На уф. А Думхаммер. Он мне говорил уступит по-братски. Тебе войд зачем? Ласт кусок на танк, чтобы резист голову одевать. На танк? Да. Сейчас забирай. Мратосин так на свой танчик, ну, хэмку и муксок последний. Кому там? Тебе ласт кусок или это? Или я не понял, что? Сейчас когда уплю, что-то спрашивал? Да. Еще повтори вопрос. У тебя ласт кусок на танк спек был или нет? Это Войду нужен был. 4 спек куска у меня сейчас есть. У меня 4, упью 4, нормально у него. А, окей. Танки остались, мы можем начать эти трэш. Чтобы не стоять. Ты открыл четвертый? Шамратосина, говорю, так как у тебя офспек и у Войда офспек, да? Ну, отдали Войду, потому что я танчу. Хан, ты за базаром за своим следишь вообще, нет? Что ты пишешь?